это что, Мацей? <laughs> он еще играет, он вообще живой, и все там, вау! Сам рисовал себе картинку, как это в итоге все выглядит, на Ибице, на Майами. У меня была мысль, что я стану очень известным диджеем. В нашем городе, что бар, что корпоратив, что ивент, это одна история. Евгений, здравствуйте, спасибо, что согласились на интервью. Расскажите, с чего начался ваш музыкальный путь, как у вас судьба связалась с диджеингом? Здравствуйте, Uh, ничего такого, скажем, необычного в моей истории. Начиналась она абсолютно банально, как у всех. Uh, я слушал музыку, потом коллекционировал ее. Это 90-е годы, начало 90-х. Uh, дальше я хотел стать артистом, музыкантом, певцом, там, рэпером. Ну, все как обычно. И каким-то образом... Uh, мы баловались с микшером. В общем, просто у друзей был микшер. Помню, электроника. Пару э, маяк mm -hmm. приставок с самой быстрой перемоткой, кстати, в то время. Это очень важно для кассет. И, в общем, баловались-баловались. Вроде как получалось. Была некая вовлеченность у меня. И все друзья сказали, Жека, ты должен быть диджей, Ты классный диджей. Ну и в общем там уже завертелось. Давно это было, 1996 год, когда можно сказать, что я уже попробовал себя в профессии, да, там, только начинал, да. А помните свое первое выступление? Где оно было? Как прошло? Ну вот как выступление первое мое, это либо 98 либо 90-й год, 99 год, да, я не помню точно. Это клуб «Стелс». Там я познакомился с диджей Антоном, кстати, это... Вот на данный момент действующий диджей, э, как и я, который практикой больше меня, года на два, на три, на четыре, по-моему. Вот первое выступление, где я подготовился, потому что от этого зависело, э, буду ли я там дальше играть. Угу. Это был клуб Стэнс, да. Но какой год? Вот не, не боюсь соврать, это 98-99. Как прошло первое выступление? Великолепно. Э, у меня была возможность, было место где стояли вертушки, я тренировался, я был подготовлен, всегда отличался филигранная техника сведения, то есть когда все так очень круто, комар носа не подточит, ну и произвел правильное впечатление. То есть в конце 90-х вы видели перспективу в плане диджейнга? В конце 90-х я не думал о перспективах, наверное. Ну как, у меня была мысль, что я стану очень известным диджеем. Но, кстати, до этого я собирался стать очень, очень известным боксером, на самом деле. Вот, ну, видимо, диджейнку. Ну вот, не стали боксером, стали диджеем. Да, да. Были перспективы, ну, я представлял себя там, в общем, где-то за границей, угу. там, туда-сюда. Просто я не совсем четко представлял в тот момент, что нужно сделать для того, чтобы вот достичь таких перспектив. да. Вот чтобы там быть известным на весь мир и так далее. А то был... есть тогда об этом я не думал. Кто был ориентиром в творчестве? Очень много, очень много людей, творческих продюсеров, диджеев. Естественно, это в основном зарубежные, хотя в то время в то время ни одному мне нравилось наблюдать, слушать московских ребят. Типа Иванова был такой диджей. Сейчас не удивлю DJ грув mm -hmm. а, Ну вот почему-то Иванов и диджей Грув были мои фавориты. Потому что они играют хаос-музыку, хотя Грув там и в Джангл его заносила и так далее. вот Но Иванов представлял в то время, когда вот я за ним наблюдал Клуб Титаник, да, такой был легендарный клуб в Москве. И сборники, например, Союз на кассетах, где, в общем там вот тот же Иванов делал подборочки. Дело в том, что в то время, когда я начинал информационно музыка от нас была далеко. У нас не было интернета толком, да. В то время, по-моему, у меня даже не было компьютера. Mm -hmm. Вот. Но уже были вертушки, и была возможность покупать компакт-диски да, в одном магазине, который у нас находился. Вот. Поэтому, когда мы получали какую-то информацию в виде вот уже готового материала от московских ребят, которые купались большом количестве материала, всего остального, да. Туда завозились виниловые проигрыватели, и пластинки, и музыка завозилась. То есть мы получали в основном музыку на уже сведенных компакт-дисках, микстейпы так называемые. Это когда уже сборник готовый, и диджей уже смикшировал треки. Их там может быть, ну, где-то час-полтора, ну, там, треков 15, бывало 20, 10, там, 12, да. И мы вот с этих компакт-дисков играли. То есть у нас даже не было полноценных композиций, целых, да, целиком. Вот, поэтому ну, для меня, конечно, в то время вот они производили впечатление. Там много было, там спрайт, движущий инстинкт был, да, там. То есть очень много было движников, которые были связаны с большими брендами, да, там, федеральными. Ну, иностранными, там, там тот же спрайт, там. У каждого был, там, свой движ. Потом, в дальнейшем, кстати, я участвовал в подобном от фанта, да. Там у нас устраивались на шамаре всякие, да, волейбол, там, первенство волейбол, турнир по волейболу, там, пляжному, да где я играл музыку, все под эгидой фанта. Ну, то есть вот такой момент. Вы, получается, начинали винил, кассеты, да? Начинал с кассет. Угу. Но начинал именно дома. Дома. Э, ну, конечно, были компакт-диски. Но, в общем, больше мы, конечно, пользовались проигрывателями, магнитофонами и так далее, да. А вот потом, когда уже пошел в первый клуб, там уже компакт-диски. А вы помните ощущение с перехода на цифру? Нет, не помню. Никаких ощущений не было. Вот, кстати, это вот такой вот интересный вопрос. Сейчас, да, вот на секундочку я задумался. Ей, правда, не помню, да. Ну вот кассеты мы крутили. Потом раз я в клубе, там диски крутят. В клубе были диски, да. Потом я помню, дом быта у нас есть такой на второй речке. По-моему, уже не существует. Там застроили все. Но был такой дом быта. Там всякие были мастерские. И была конторка, студия звукозаписи туда бегал за дисками, за дисками болгарскими там всякими, да, вот не помню такого прям, но вот когда я э, перешел на винил, вот было время, это уже в начале 2000-х, когда для того, чтобы ты там типа был чуть выше уровня, чем многие диджеи в городе, да, чтобы подрасти там, ну чтобы ты там ценился больше и так далее, мы переходили на винил, да, вот, вот это я помню. Когда ты крутишь пластинки, когда ты их заказываешь, когда ты их получаешь, другое ощущение. Звучание 100% другое. Вот. А с пленки на, на цифру в виде дисков, не помню, переход. Как-то вот не отложилось. Вы являетесь сторонником или противником того мнения, что диджей обязательно должен писать музыку? На данный момент да, конечно. Должен. Да, но существуют такие редкие представители уникумы этой профессии, да, которые не нуждаются в том, чтобы писать музыку, да, это не влияет на их популярность и влияние в мире там, культуры всей этой диджейской. Да. Но дело в том, что э, просто моя профессия начиналась как э, просто играющий, коллекционирующий музыку диджей, да, там играющий свои диски виниловые. А сейчас да, сейчас, ну, сейчас действительность поменялась, сейчас чтобы вот как раз-таки если мы вернемся к первому вопросу, или там какой он был, второй, третий, когда я видел перспективы в начале 90-х или в конце, да, тогда вот если бы я изначально бы понимал, да, что нужно, например, писать музыку, вернее, что не получится там некий потолок преодолеть, да, который у меня сейчас есть, без своих композиций, да, вот если бы я в то время понимал это, то, наверное, иллюзий было бы у меня меньше, и, наверное, там путь был немножко по-другому устроился. Вот. Именно из-за отсутствия информации, культуру мы как бы так всю сами себе придумывали. Я точно помню, как я работал, начинал. То есть я мог там получить откуда-то музыку, там, наблюдал за каким-то диджеем, слушал эту музыку, и сам рисовал себе картинку, как это в итоге все выглядит на Ибице, на Майами. И все это подавал людям, убеждал их в том, что именно так и выглядит. То есть, что вот именно эта музыка представляет Ибицу. Сейчас, конечно, я вспоминаю, немного смешно, да. Но, ну как бы, как я понимаю, вернее, как я сейчас пришел к знанию определенному, что ну, не было отличия между, между музыкой там, на Ибице и между музыкой там, другой, да. Но я вот, получая диски, там, которые выпускались для там, клубов Ибицы, да, там. Я такой, вот это ибица музыка. И потом треки слушаю, вот это ибица, это наибица, да. Долго занимает процесс написания музыки? Написание музыки занимает очень долгий процесс. Вот, есть, конечно, люди, которые... Я думаю, что есть люди, которые могут это все быстро сделать, да. Но опять же, смотрите, результат. То есть ты можешь написать композицию очень быстро и много их написать, да. Но в качестве этих композиций и э, способность конкурировать с рынком, да, оно может быть не очень. Это вот приходит со временем, на самом деле. То есть нужно, это как просто в диджеинге, да, то есть до определенного результата ты можешь дойти только по истечению определенного времени. То есть, ну, как бы ты ни старался, как бы ты себя там не настраивал, что ты уже шпаришь там на уровне. Просто я в то время как раз таки Думал, что я такие миксы свожу Ну, типа, так играю, круто Я сейчас переслушивал У меня есть компакты, там, которые я записывал там, Ну, свои сеты Я, конечно, понимаю, это далеко до идеала Но мне казалось, что я вытворяю просто дела Но вокруг люди, да там, Многие меня за это любили, ценили Что там, типа, круто играешь А вот вы, кстати, больше импульсивны Или систематичны в работе? Импульсивный. импульсивный Однозначно Я просто сам по себе такой человек то есть вот импульс бах и все полетели. Вот не хватает системы, кстати. Вот система нужна систематичность для того, чтобы писать музыку. Вот у меня есть, например, все ресурсы для этого, да, но не могу к этому подойти полноценно. Были были пробы, то есть делать это, да, там, сотрудничество, даже есть какой-то трек у нас там, который я играл в своих сетах. И там были джинглы фирменные. Там про Мацея был джингл, да, и там про человека, который мне помогал писать. Вы вот трек запускаю, все знали, что это мой трек. Я, естественно, об этом рассказал до этого. И там Мацей and Model Z. Ну, такая вставка, да. И там такой ломан ритм, в то время брейкбит был, и все там вау! Ну, уровень, конечно, если сейчас сравнивать, сейчас люди выросли. То есть мне, да, мне реально сейчас не хватает того, чтобы у меня было... Был багаж уже каких-то своих композиций. Любая культура очень быстро меняется. Что вы делаете, чтобы оставаться в тренде? Меняюсь вместе с ней. Подстраивайтесь. Конечно. Но вообще диджеи это же э, уникальные люди, музыканты, да. И они отличаются ну, выгодна, их профессия, отличается, например, от музыкантов даже. Тем, что нам немного попроще, да следить за тенденциями и все остальное. Главное, самобытность или все-таки сочетаемость с, с модой и временем? Вообще самобытность, конечно же. Вот и там, почти уже 26 лет я на рынке, да, именно благодаря самобытности. Но э, все же меняется, да, мы только что это проговорили, культура меняется, восприятие культуры. Конечно, конечно, сейчас самобытность может быть не самая важная история. А, в общем, ну, некая там, да, Ну, то есть ты должен подстраиваться под какую-то реальность, чтобы... Ну, у нас рынок, да? Если мы говорим о нашем рынке, например, то здесь вот такая история. Если мы говорим о большом международном рынке, там, конечно, самобытность. А публика в барах, на корпоративах, ивентах отличается? В нашем городе, что бар, что корпоратив, что ивент, это одна история. Ну, опять же, ивент какой, да? Просто сейчас на самом деле в нашем городе м -м, большая проблема с творчеством, да? И диджеи вынуждены, короче, отказываться от творчества. Ну, вот именно, чтобы быть там более самобытным и интересным. Поэтому, к сожалению, лично для меня, и для многих, кстати, людей, которые ко мне приходят в школу, в мою, да? они мне высказывают свое мнение, что ты идешь в одно заведение, за ночь можешь, да, во второе, а в третье. И не будем даже сомневаться, что какой-нибудь там э, тусничок частный, да, с теми же диджеями, которые играют в этих заведениях, всех известных, а у нас их немного, это одно и то же абсолютно. Музыка, настроение, посылы, все остальное прям вот один в один. А где лучше играть? Все-таки подстраиваться под концепцию заведения или ориентироваться на публику? Ну, где лучше играть? лучше играть? Там, где ты можешь играть ту музыку, которая тебе самому приятна. Потому что все-таки надо не забывать, что такое культура да? электронной танцевальной музыки. Это прогрессивная культура, которая, которая всегда придумывает что-то новое, она но не стоит на месте. То есть, если, например, поп-культура, она ну, я не знаю, как правильно выразиться, ну, там, типа, прогресс какой-то, он не самое важное, да. Самое важное, чтобы людям там, типа, быстрее в уши залетело. Вот. То есть важно играть популярную музыку, чтобы оставаться востребованным диджеем? В нашем городе однозначно. Ну, в России во многих местах, да. В больших городах, типа Москвы и Питера, там есть выбор, да. Вот, но я, кстати, не играю, да. Не играю под людей, Вернее, не, 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 не то чтобы под людей, не играю под заведение, да. Вот. Поэтому вот лично я отличаюсь от большой массы диджеев. И есть такие, как я, да. Те, кто вот именно ну, хотели бы заниматься творчеством. Поэтому нас обходят стороной, большинство как бы, заведений, большинство людей, там вот этих мероприятий всех, да? И даже если ко мне обращаются, то, скорее всего, я всегда даю отказ, потому что ну, мне неинтересно, да, вот вот, вот вот эта история. Какие у вас любимые музыкальные стили? Да, в общем, самый мой любимый и родной музыкальный стиль – это хаос-музыка, да? А хаос-музыка, она очень многогранна. То есть у нее есть очень много разных подстилей там и всего остального. А хаос сложнее играть, чем попсу? Ну, нет, где-то даже попсу сложнее играть, чем хаос-музыку. По одной простой причине, что танцевальная электронная музыка на основе хаос-музыки, да, идет, она имеет большую историю. И она создается по диджеев. Есть принцип игры, да, у диджея, то есть там определенный формат треков и так далее. Они все готовятся, каждый человек, который пишет эту музыку, он знает этот формат, как разложить трек. А попса она отличается вот тем, что формат самого трека он другой. Поэтому технология сложнее. Какой сейчас самый популярный стиль в диджеинге? Попса. попса. Да. Э -э Хип-хоп молодежный трэп. И так называемые там меша по истории. Когда ты там намешиваешь сюда кучи, да, Сам популярная. В общем, ничего не меняется. Меняется. Стало хуже. Стало хуже. Да. Потому что в то время, когда мы начинали, то есть моего поколения диджей да, попса была. Но был и нормальный движ. То есть были вечеринки, и было больше людей, кому это было интереснее, тоже было больше. Дело в том, что в то время, когда мы начинали, эта культура только приходила. Это такая инновация, да. И мы такие, типа, вау, новые люди, да, там, новое поколение. Хаос, там, гараж, я не знаю, транс, техно. Это все было круто. И это брало, то есть забирало очень большую аудиторию, да. А сейчас тенденция такова, что это присутствует, это существует, да. И, например, есть такая глупость, что, типа, э, ну, типа, модно, круто, ультрасовременно как раз-таки, ну, что-нибудь в стиле, там, какого-нибудь, да, там, закрученного поп-трека. Ну, типа, основа может быть прикольная, да, какой-нибудь, там, музон прикольный сделан электронный, там, на базе хип-хопа, там, трепа, чего-то еще, да, какой-то электроники. Вот, там, текста, смысл, посыл, там, всего этого, да, образ людей, которые, там, это представляют, это, ну, вот, прям... То есть если посмотреть на весь карьерный путь, который вы прошли, та культура, которая была в начале карьеры, то, что сейчас, изменилось все очень сильно? Да, изменилось. Такой регресс, да, произошел. Регресс, который, кстати, ну уже, уже довольно-таки большим количеством людей начинает немножко исправляться. То есть, да, пошла тенденция сейчас, это есть. Как будто бы вот действительно мы как бы возвращаемся в то время, да? Потихонечку и заведения, и диджеи, и люди стали опять обращать внимание на электронную музыку. Сейчас есть очень даже популярное заведение, которое играет более-менее интересную музыку танцевальную, там и хаос и там новое течение бейс хауса, бейслайна, там и так далее. Это круто, это не может не радовать на самом деле. То есть это аплодисменты, да? Мы поддержим если нужно будет. Вы активно продвигаете диджей -инку массы. Вы преподаете в своей школе, в которой мы сейчас находимся. Многие диджеи, кто у нас пробовал открывать школу, у них ничего не вышло. У вас получилось. Как и зачем вам это вам это было нужно? Mm, ну история такая, да. То есть Конечно же, много людей пыталось открывать. Нет, на каком-то этапе у людей получалось, на самом деле. Вот, но, возможно, они теряли интерес к этому, да. Угу. И, ну, как-то их заносило. Дело в том, что очень много диджеев, которые, кстати, были э, задействованы в проектах типа школ, там, каких-то курсов и так далее, они не совсем профессионально занимались даже своей профессией диджей да. Для них это был хобби, ну, было, да, там, хобби, хайп там некий дополнительный заработок. Они там параллельно учились где-то в каких-то университетах и дальше пошли по своим профессиям. Да? Ну, то есть потеряли некий такой, некую мотивацию заниматься вообще этой культурой. А я, дитё 90-х, очень хорошо учился, в кавычках, да. Ну и такое, ну, мы как думали тогда, нафиг ничего не надо. Вот, все и так получится. Ну, это да. какой был год? Да это все, вот, все, это 90-е, 2000-е там, когда, ну, на самом деле, сейчас, если сравнивать, там, я своих детей там, родных, да, наставляю на то, что нужно идти в образование. А тогда у меня ну, мысли были такие, да, но не нужно и так все четко, да, все сделаю. Вот, поэтому школа у меня лично, это, ну, наверное, без вариантов история, которая случилась из определенных событий. Я никогда не хотел плодить конкуренцию, да. У нас есть такая в профессии история. Мы не любим плодить конкуренцию, да. Ну, сейчас это меняется. Поколение меняется, люди становятся не такими жесткими, как мы были. Вот. И для меня организация школы – это, наверное, замена вот этой вот истории, если бы я, например, был продюсером своих треков, да. Mm -hmm. То есть э, ты достигаешь определенного потолка, и ты должен, ну, либо заканчивать с диджеингом, либо идти дальше. И я пошел в сторону вот, преподавания, открытия там, школы и так далее. И вот активно мы развиваем там а, с моим помощником Сергеем, который здесь, кстати, рядышком, недалеко сидит. И нас снимает, да, там тоже. Вот. То есть для меня это сейчас основной, единственный заработок и шанс даже, да, зарабатывать. Потому что ты взрослеешь, публика в заведениях меняется и меняется состав арт-наполнение, да? То есть есть арт-директора и так далее, арт-менеджеры. Они молодые ребята. Они подтягивают к себе в основном тех, с кем выросли, кого там считают интересными. Ну, не знаю, кто я для них. Там. Вот, ну, может быть, какой-то там динозавр, как недавно мне сказали там. Вот там один проект был, не так давно открылся, очень популярный. Я там начал играть прошлой зимой в начале, в январе. И мне от директора прилетала такая информация, фидбэк такой, да. Жека, Мацей, люди приходят. Такие, это что, Мацей? Он еще играет, он вообще живой, типа, да, там. Вот. Ну, то есть, такой момент, да. Поэтому школа существует у нас уже, там, что-то без малого лет шесть, наверное. Удачное место, где мы находимся, да. То есть, мы можем, там, тянуть аренду. Ну, кстати, это важный момент, да. И это мое дело, мне просто больше некуда деваться. И в итоге, если ты этим занимаешься профессионально на 100%, это будет работать. Если ты это делаешь так, приколоться, потому что ты думаешь, что ты можешь тут рубануть бабла, это такая себе история. Потому что, чтобы вот достичь какого-то успеха, который у нас есть, даже просто 6 лет продержаться, да, потерпеть пришлось немало на самом деле. Вы сами преподаете, расскажите о тонкостях этой работы. Каждый может стать диджеем? если захочешь. Да, каждый может стать диджеем, каждый может стать диджеем абсолютно, как и музыкантом, как и любым там, кем ты хочешь быть, да. Я сам преподаю, хотя, в общем, у меня есть еще один преподаватель, который там другое направление, написание музыки, например, да, ведет. Мы не только учим играть, но и писать, кстати, музыку. Вот у меня даже есть коллега-специалист, и я все не могу прийти к этому моменту, да. Вот. Тонкости, да нет тонкости, тут на самом деле вот может каждый стать, но результат на выходе, конечно же, может быть разный. Да? То есть, если у человека есть некоторый потенциал и желание главное дело развиваться дальше, чтобы не думал он так, что ты пришел и из тебя здесь сделают диджея, например, да, так не бывает. То есть ты приходишь работать, ну я думаю, что вы вот в журналистике же тоже, да. Сейчас вообще модно пробовать все. И ну, люди думают, они придут, и раз там, мы из них типа вот так вот просто берем и создаем диджеев. Нет, занимаешься, и когда ты уходишь из школы, ну, то есть не просто заканчиваешь, ну, например, когда у тебя есть свободные дни, ты также интересуешься этим. То есть, если тебе это действительно интересно, тогда да. О каких трудностях должен знать начинающий диджей? Что его ждет? О трудностях. Ну вот если бы это было, например, в Ну время, вот он закончил школу, и что его ждет? Что он никому не нужен. Сложностей очень много ожидает выпускников нашей школы, да? Но мы оказываем поддержку. Вот. И в начале, когда люди приходят, в зависимости от желаний, которые они хотят в итоге реализовать, я сразу рассказываю. У нас абсолютно открытая такая работа, да? Будучи также творческими людьми, мы не занимаемся просто, ну, там надувательством, например, как бы так, пафосно не звучало, мы типа честно этом все. Но приходит ко мне взрослый человек и говорит: а что мне там потом делать? Вот вы сейчас меня научите. Я говорю: ну а что ты хочешь? Он говорит: ну не знаю, может там какая движуха. Я говорю: ну мы тебе организуем движуху, у нас есть свои мероприятия там, где практику делаем. Но если ты хочешь в клубах там сказать или барах там, конечно туда не пойдешь потому что ты уже там в возрасте, например, да, ну, что скрывать? М -м, часто внешний вид, там, некий, там, подача, харизма, да, там, зависит, от нее зависит, может и попасть в одно или другое заведение. Плюс так называемый курс молодого бойца, да, для взрослого человека он не годится. Я ему расскажу путь, то есть, вот, ты можешь приобрести там все некое оборудование, которое тебе по карману, да, накопить музычки, наколлекционировать, и летом на выезде, в ливаде возле машины, поставить колоночки, там, собрать своих друзей и начать жарить. Это каждый год. И вокруг вас все больше и больше будет людей, да. Это на самом деле путь любого там промоутера, да, там, клубного, который начинает там, да, свою деятельность, все. Если это молодой диджей, вот, но там другой разговор. То есть сначала нужно сделать себе имя? Ну, конечно, что ты молодой, что ты взрослый, там, начинающий диджей. Просто разный путь, да? Если молодежи, я сразу могу сказать, что, ребят, вы можете, да, пойти по нашим колуарам, так да, сказать, профессии, и вам нужно для этого это, 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 да? И нужно понимать, что за вами бегать никто не будет. Ну, я рассказываю, ну, я расскажу, помогу, как там и что, да? Но просто путь разный. Я сразу объясняю. Поэтому Сложности, и сложности, конечно, и много их, и в общем. Самое главное, самое главное, нужно понимать, вот это важный момент, что э, способности коммуникации да, с людьми, это самая важная история. То есть ты должен просто самостоятельно начать двигаться, знакомиться с людьми, там, в один клуб прийти, во второй бар и так далее, где-то познакомиться там, с э, арт менеджерами и так далее, да, там, предложить свои услуги, ну и так далее. Вот такой путь, там, записать микс, там, отослать, выложить. Сейчас что там, в директ зашел, там, да, написал, я диджей такой-то, вот мой, там, сет, хочу вас играть. Ну, типа, если ты интересен, я позовут. Вообще эта профессия все больше и больше набирает обороты. Много молодых людей, которые пробуют себя в роли диджея. У вас в школе есть даже курс, детский курс диджейнга. Да, конечно. Детский курс. Ну, во-первых, зачем мы зарабатываем? Дело в том, что аудитория, когда ты что-то делаешь, да, создаешь продукт, на него появляется разная аудитория. А дети это самая активная аудитория. Дети, подростки, молодежь, да. Единственное, что до них сложнее достучаться. Ну, было для нас, по крайней мере. Но в итоге потом нашелся путь. А во сколько лет лучше привести ребенка в школу? Смотря какой результат хотят добиться, да. Там просто есть разные варианты. Родители могут позвонить, сказать: здравствуйте, мой там сын или моя дочь. Все уши мне жужжали, все тарелки там банки обстучали, да там. Скачались я на телефон куча приложений на планшет. Хотят быть диджеем. Вот он просто говорит, не дает мне покоя. А может другой вариант быть, да? нам интересно попробовать, давайте мы приведем, вот, и от этого зависит и возраст, да, то есть, бывает, приведут 9 лет двух разных детей, да, ну, мы так вот где-то с 9 объявляем возрастной ценз, да, что ну, более-менее, когда человек начинает что-то воспринимать, вот, и если, допустим, ребенок, который уже до нас интересовался, то он, он прям вот хорош, да, он подходит, а бывает 9 лет, он ничего не понимает, он стоит, смотрит на тебя, и я сразу такой, угу, понятно, Показываем там есть перформанс пэды, кнопочки такие, где куча эффектов, и вот они начинают на них наяривать, резиновые такие, видели, наверное, да, есть такие всякие штуки, там в инстаграме сейчас много, да, там, выкладывают такую историю, там, что-то набивают мелодии какие-то, да, и вот он играется, например, вот, то есть, зависит, на самом деле, от э, ребенка, да какой возраст. Но ну, младше 9 рекомендуем пока не приходить. Евгений, что в плане культуры несут в диджеи обществу? В плане культуры? Саму культуру. Ну, такой сложный вопрос, чтобы вот ответить вот так вот вкратце, да. Диджеи могут нести вообще культуру, да. Такое тоже есть. Но очень важно, да, чтобы диджеи несли культуру. Культуру, э, культуру хорошего вкуса в музыке, да, то есть всем известно, это не секрет, что музыка сопровождает нас, нас любого человека, да, который, который бы там ни был даже самый сложный с виду, там, да, какой-то такой угрюмый, но музыка есть для каждого, вот, очень важно, чтобы диджеи э, помогали людям, да, э, следить, например, ну, как минимум за, там, тенденциями, да, чтобы оставаться современными, чтобы не стоять на месте и так далее. Да. Но прежде всего диджей должен э, делать весело, <laughs> делать весело, круто. Ну и чтобы это было на стиле. Да. Диджей вот. это артист? Сто процентов. Электронный артист. Но вот именно диджей, играющий там чужую музыку, да, <laughs> вот он делает как в свое время диджей игру, сказал, мне понравилось. Кто такой диджей? Он говорит, да, он банщик. Он на чужой музыке строит себе имя, становится популярным. В разных странах по-разному делают музыку. В чем особенности именно российского диджейства? Да сейчас практически уже ни в чем. Везде все одинаково. То есть наш диджеинг не отличается от западного. Mm, ну, вот вы вопрос мне задали: может ли, чем отличается там, музыка, сделана там и у нас, например. Да? Это, наверное, ближе вопрос о том, если бы диджей написал свой трек, например, да, сейчас технологии доступны и нам тоже, да, и очень много мастеров, которые представляют Россию на высоком уровне, да, вот. А если брать, например, диджеев, которые играют, да, чем они могут отличаться от зарубежных товарищей, ну, материалом, которые играют и так далее. Просто если мы, допустим, берем классический диджей, да, который построен на электронной музыки западной, да, то по сути это будет одинаковая история, да, вот, да также хорошо играют примерно те же треки, может быть э, западные диджеи, которые ближе к авторам музыки, в итоге потом, становятся, которые становятся очень популярны, да, которые мы все с вами слушаем, в телефоны закачиваем, просто раньше могут этот материал иметь на руках и играть его, да, то есть доступностью информации, да. Например, такие понятия, как промо, предрелизные истории, да? коммуникация именно с музыкантами, которые пишут музыку. У них больше возможностей, естественно. Российским диджеям меньше доверия, да. То есть есть такой вот рынок интересный, музыкальный. Мы сейчас пытаемся его освоить. И там определенный стиль музыки. Да? И, например, ты начинаешь писать продюсером, да? предлагать, сотрудничать. Вот у меня есть радиошоу вот уже год почти да год существует на нашем радио по утрам очень известным и, например, пришла идея играть треки, то есть помогать узнавать аудитории той музыки, которая находится в Англии, например, да и ты пытаешься связаться с ними, тебе не доверяют, ну то есть с тобой не хотят общаться, да если бы мы были жили там, то мы, наверное, знали бы как вот менталитет, вот эта разница менталитета, да, как там с тем или иным чуваком связаться и так далее, договориться, чтобы, например, вот мы могли быть ретрансляторами их идей и всего остального. Вот в этом отличается, в коммуникациях, в возможностях, да. Как можно оценить клубную культуру в Владивостоке? Было бы что оценивать, у нас клубов нет. А диджеи хорошие? Великолепные. Вот если бы у нас были бы клубы, то они бы еще и музыку хорошую играли. Дело в том, что назваться клубом – это определенный такой образ, да, где должны происходить определенные там действия. Вот. И повторюсь, что да, обязательно это должна быть музыка. Вот. У нас есть ночные заведения, да, где иногда бывают годные истории. Да. Это да, это может быть куку, -ку, это может быть там, селфи, там, ну еще что-то да, там открылись у нас. Но вот опять же, я вам назвал два заведения, да, и есть э, там одно молодежное заведение, типа Юник, да, вот, ну, клуб ли это, да. Вы в профессии уже больше 20 лет, как вам удается не перегореть? Как мне удается не перегореть? А я перегорел уже давно, и заново, как феникс, птица, да? Фу, воспламенился. Все мы перегораем в свое время. Потом. Возвращаемся. Существует ли диджейское вдохновение? Да как в любом творчестве, конечно, есть. Кто вас вдохновляет или что? Кто или что? Хм. Ну, сложный вопрос. Так не ответишь однозначно. Но что-то может вдохновить, например, успех какого-то другого чувака, да? Ты такой, как? Все, пошел работать. За вертушки. Ну да, какая-то фишка, которую ты можешь увидеть, да? Трек движуха там, что угодно, да? какие-то новости там могут прийти. А, ну, там можно было бы банально, конечно, сказать, там, а, меня вдохновляют прекрасные вещи, там, небо, облака и все остальное, да. Ну, тоже вариант. Наверное, в разный период разные вещи могут. Но больше всего, вот лично для меня, например, да, может быть, дух соперничества, да, может вдохновлять очень хорошо. 9 марта, Международный день диджея, отмечаете свой профессиональный праздник? Ну, знаете, после 8 марта сложно отмечать потом еще свой праздник. Но попытки, кстати, вот организовать какое-то очень годное мероприятие, масштабное, делаем каждый год. Но почему-то каждый раз не получается. Именно 9 марта. Именно 9 марта, да. И как-то раз даже попали на выходные дни и что-то не получилось. Даже коллег собрать непросто, да. Дело в том, что там э, сама подоплега организации этого праздника, так называемого, да, там типа благотворительного вечера какая-то организовалась история в поддержку э, глухих, uh -huh. вот, потому что там проблема в профессии тоже существует, да, там оглохший диджей и всего остального, вот, кто там перебарщивает со звуком, со звукопередатчиками и так далее, да, вот, и потом как-то это вошло вот. В постоянстве некий такой праздник организовался. Ну, отмечаем. Друг друга можно поздравить. Даже кто-то уже знает, что, что вот есть такой праздник, и может прислать что-нибудь прикольное. Что в ваших музыкальных планах на будущее? В музыкальных планах написать какой-нибудь крутой трек. А может, несколько. А Наконец-то просто сесть за это дело. Это музыкальные планы, да? А творческих много всяких разных там. Мы хотим развивать школу, мы хотим там, сделать несколько филиалов по Дальнему Востоку да, и так далее. Вот такие вот эти планы. Больше, наверное, связаны со школой. Вот. И организовать хорошую, кстати, у нас идея такая прям навязчивая. Организовать хорошую базу, платформу для реализации творческого потенциала наших диджеев, которые мы выпускаем. Да, создание места э, клуба в котором вот будут играть наши ребята и реализовывать свои идеи, ну не только они, да, просто вот на самом деле, ну мы не одни, кстати, и не обязательно быть школы, чтобы был вот этот план, но ну, у многих есть, да, вот, организовать наконец-таки места, которые бы были бы вот клубами реальными, площадками, да, но ну, сейчас как-то понятие клуб вообще немного отходит, но организовать площадку такую творческую, где будут вот электронные музыканты, могли бы устраивать хорошо пусть все сбудется спасибо вам большое за этот разговор было приятно с вами пообщаться спасибо очень очень был рад.